все. И смотреть в духе. Быть просто активированным. Все, что происходит в атмосфере. Чтобы каждый из нас был в действии. Вот это настоящая молитва, церковь. Когда мы собираемся ревностно молиться. Тогда приходит атмосфера, приходит пророческое слово. Это серьезная вещь на жизнь. Молитва — это то, что дьявол хочет убрать из церкви. Потому что именно там, где мы собираемся вместе для молитвы, вот там Дух Святой зажигает этот огонь, вот там не могут подходить, ничего дьявольское не может подходить к огню. Поэтому давайте продолжать молиться. Давайте продолжать молиться. Продолжать искать лицо Бога. Продолжать просто приходить к Нему с сердцами сокрушенными, с разорванными этими одеждами. Именно такие получают от Бога, такие прикасаются Господь. О, я чувствую просто уже этот Дух здесь, уже Он здесь, уже эта ревность Господня в этом месте. Дух Святой, просто захвати, объедини нас в одно целое. Давайте просто сделаем этот шаг в Духа Святого. Вот там настоящее общение, там настоящая молитва, там. Он может побудить наши сердца молиться. Он может повести тебя в истинную молитву. Вот там молитва эффективная. Вот там мы бьем в цель. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, Отец наш. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас частью Своего святого народа. Ты призвал каждого из нас просто из-за Своей любви. И мы просто благодарим Тебя. Мы идем к Тебе с сердцами благодарными. И мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, мы призываем имя Твое, Отец. Аллилуйя! Пусть каждое сердце будет захвачено Духом Твоим, Господь. Пусть каждое сердце сегодня прикоснется к Тебе, Господь. Сегодня переживет встречу, сегодня переживет Тебя, Господь. Славу, церковь, воздай ему славу, воздай ему этот крик победы, этот крик хвалы, крик благодарности. Скажи ему: Иисус, Иисус, ты мой царь, Иисус, ты Господь. Славь его своими словами, славь его от сердца своего. Страстью по Богу, любовью по Богу, будь заполнен сегодня. Просто по благодати, просто по благодати. Никто из нас не заслужил, никто из нас не готов, никто из нас. Каждый из нас нуждается в Тебе, Иисус.
в излиянии, нуждается в прикосновении, нуждается в Тебе, Господь. Эй, Шамакура Маса. Мы превозносим Тебя, живой Бог, аллилуйя. Мы превозносим Тебя. За Твой план, за Твою волю, что мы в Твоей руке, аллилуйя! Прославь Его, прославь Его, прославь Его, прославь Его! Пусть откроются эти окна в жизнь Твою, пусть откроются эти двери, аллилуйя, аллилуйя! Дух Святой, твори, о, мы просто Твои сосуды, мы просто Твои пустые, пришли, чтобы заполниться, мы пришли с водой, чтобы Ты, Господь, сделал чудо и сделал вино из этой воды, аллилуйя, о, мы приходим к Тебе, о, мы приходим к Тебе, мы приходим к Тебе, Господь, мы идем к Тебе, аллилуйя. Принимай эти новые силы, принимай, вот,
богатства тем, чем он богат. Он дает, он дает, он открывает двери, он открывает окна, он изливает эти потоки, он изливает эти благословения, он изливает жизнь твою, семью твою. Физических недугов, от физических болезней. Исцеление, исцеление – это жизнь. Господь живой, и ты будешь жить, и ты будешь жить. Аллилуйя! О, просто принимай с благодарностью. С благодарными сердцами. Аллилуйя. 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 Над его святым народом, над его святым народом. Аллилуйя, над его церковью. Аллилуйя. О, Шемакина Рамасу, Торомагерева. О, захвати, Дух Святой, захвати. Пусть будут люди захвачены в видение. Пусть Господь посещение неба. О, Шабахири Васуда Робахира Васа. О, мы просто провозглашаем жизнь твою. Жизнь твою, Иисус. Жизнь твою. Жизнь твою. О, проси его заполнить тебя. Вот что дьявол украдет. Он хочет украть страсть у тебя. Ой, собрать вот это passion. Он хочет собрать у тебя, чтобы пришла религия, чтобы пришли просто знания. Но ушла любовь, ушла страсть по Богу. О, пусть прямо сейчас активируется голод по глубоким вещам о Боге, о глубине Бога. Искать тебя, Господь, как никогда. Искать тебя, как никогда. Как никогда. Искать отношений с тобой. Не просто знаний, отношений с тобой. Это настоящее познание Бога. Это настоящее познание Бога. Живой. Господь живой. О, просто stay active. Будь
будь активен. Бодрствуй в молитве. Бодрствуй, 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 бодрствуй. Ищи, будь как тот, который в духе ищет. Он в духе ищет Слово Бога. Он хочет услышать Слово Бога, исходящее из уст самого Бога. Услышать Слово Бога. Вот твоя пища, вот настоящая пища. О, пусть поднимется в этом месте голод по Слову Бога. То Слово, которое исходит из уст Бога. Из уст Бога. То Слово, которое настоящая пища. Это все, что тебе надо. Это слово даст тебе огонь. Это слово изменит ситуации. Это слово поднимет твою веру на ненормальный уровень. Аллилуйя. О, Дух Святой, я прошу тебя, сойди ненормальным голодом, ненормальной жаждой, ненормальной. Этой группе людей, вот этой, ты и я, мы, ничего не стоит привести небо в действие. Богу нужны личности, нужны вот эти ненормальные, нужны, которым все равно, что о них люди думают. Хотят Бога больше всего, реального Бога, реальной славы. Они не хотят очередного человека, не хотят очередной песни, не хотят чего-то, что просто сделает их чувства чуть-чуть получше. Где те люди, которые хотят славу Бога? Славу Бога, реальность Бога, настоящего Бога. Ушика Масура Макида Рабаши, пусть будет сломлено просто всякое ложное восприятие, всякие ложные откровения, все то, что построено, все то, что просто держит наше сознание и не позволяет обновиться. О, Дух Святой, пройдись, пройдись, пройдись по этим рядам, пройдись по этим душам, пройдись, Господь, и сожги, сожги своим огнем, сожги своим огнем, and let this fire burn. Скажи ему, Иисус, I wanna burn for you. О, скажи ему, like you mean it, I wanna burn for you. I want to burn for you. О, сожги меня, Дух Святой. Пусть этот огонь выше. Выше все плоское, все плоское, все плоское, все плоское. Словом своим, Господь, словом своим, духом своим. Thank you.
веры, обновление хождения с Богом, обновление. Пусть ты будешь заполнен сегодня. Не позволяй своему разуму начинать думать про то, что тебе не нужно думать сейчас. Твои мысли, твой взор должно быть сосредоточено все на Иисусе Христе, все на Нем, на Его силе, на Его славе. Там, где Он сейчас, там, где Он во главе всего, во главе всего, во главе всего. Вот там твои мысли, вот там ты, вот там Арабаки, Урабабащеки, Масу. Вот там твоя глава, церковь. Вот там твоя голова, церковь. Да, тело здесь на земле, аллилуйя. Но твоя голова, церковь, одна, аллилуйя. Она по правую сторону Бога, она во власти, она в силе, она власть. О, Дух Святой, взорви эту атмосферу, взорви эти сердца, взорви, Господь, эти души. Научи нас видеть, открой нам глаза, Господь. Помажь своей мазью, помажь наши духовные глаза. Пусть наш духовный человек возрастает в познании Тебя. Пусть наш духовный человек, пусть он движется, движется в Тебя, Господь. Движется в познание того, кто Ты есть. Иисус Христос, Иисус Христос, свое внимание на нем, бодрствуй в молитве, бодрствуй в молитве. Шакура мама сахакири масура мамаки, ура мама маки, араба шекири ле масура маки, кира маши яра масура. Да будет воля твоя, да придет.
воля Твоя, да придет царство Твое. Аллилуйя! Духом, будь захвачен этим ветром, этим вихрем, будь захвачен. Аллилуйя! We'll be right back.
прославить живого Бога. Прославь Его, который Духом Своим здесь, Духом Своим, Духом Своим. Это твоя настоящая сила. С твоим святым народом мы объединяемся, Господь, и говорим: приди, 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 Господь Слово, приди, приди в наши жизни, приди в наши ситуации, приди. Приди, ты тот, ты
этот лев. Уша макира, басура макира. Пусть будет имя Твое прославлено. Пусть будет, Господь, отдана Тебе вся эта слава. Пусть, Господь, все это Тебе, все это Твоими силами, все это ради Твоей милости и любви. Все это Ты, Иисус. Все это Ты, Иисус. Ты во всем. Ты во всем. Все для Тебя. И мы в Тебе. Мы в Тебе. Мы сокрыты в Тебе. Мы. Ты спрятал нас в Себя. Ты спрятал нас в Себя. О, шика масата рабаба кирили басу. О, Дух Святой, продолжай, продолжай открывать эти колодцы, продолжай открывать эти источники, продолжай, Господь, каждый, кто на этом месте, ты тот кладезь. Ты тот сосуд, ты тот, который носитель Бога. Ты, не смотри на соседа, это ты. Ты его тело, ты его церковь, ты. Да, вот такой, с такими проблемами. Тебя он избрал, тебя он сказал. Ты мне нужен, ты мне нужен, ты мне нужен, ты мне нужен, ты нужен, ты нужен, ты нужен, ты нужен, ты нужен для царства. Ты, никто другой, твой брат не был послан. Ты был послан. Ты был призван самим царем. Самим царем. Призван для царства. Призван царствовать вместе с ним. Призван. Но скажешь ли ты, вот я, Господь, готов для службы, готов, готов. Испытай меня, проверь меня, очисти меня. О, шей-хей-хей-хей-хей-хей. Времена, церковь, времена изменились. Новые сезоны. О, пусть дух пророчества. О, дух пророчества. Ты пришел, чтобы услышать слово. Ты пришел, чтобы твоя жизнь изменилась. Ты пришел столкнуться с ним. Ты пришел. Его вибрации, вожащий Духа Святого. О, пусть твои силы обновляются. Пусть твои эмоции исцелятся. Пусть твоя душа восстановится.
вибрации неба, вибрации духа. Шалабабаки, урабабабаба, сударабабаки. Прямо сейчас сам Бог исправляет твои пути. Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Хочешь ты того или нет? Прямо сейчас. В духе. Шива-ма-ма-ма-ма-ма. Иисус, Иисус, Иисус.
не мог. Пусть все сгорит. Пусть все сгорит. Иисус, там,
этого выбить тебя, Бог! Который томит человек души свои,
когда гнет голову свою, когда сник и подстилает под себя рубище и пепел. Это не назовешь постом и днем, угодным Господу. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укройся. Тогда откроется, как заря, как свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Воля твоя! Что есть воля твоя, Бог? Кричет!
Еще слова любви. Скажи ему, насколько ты благодарен ему, насколько ты любишь его. Скажи ему, Иисус, я до конца не понимаю, я до конца тебя не знаю, может быть, я тебя не видел в глаза, но я знаю твое присутствие, я знаю, когда ты в доме, я знаю, что это только ты можешь такое творить. И только ты такого достоин. Ты, Иисус, никто другой не достоин, чтобы собирались люди и восклицали, радовались. Только тебе, Иисус. Вся слава тебе, вся благодарность тебе. Вся наша любовь тебе, все наши эмоции тебе, все наши силы тебе, все тебе, Иисус, все тебе. Мы уйдем отсюда пустыми, мы все отдадим тебе, потому что ты достоин. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты не можешь такое закончить. Ты не можешь остановить. Ты не хочешь. Ты хочешь остаться в этом моменте, потому что этого момента больше не будет. Этого момента, где соединилось небо с землей. Иисус, как мы благодарны. Как мы ценим эти. Как мы благодарны Тебе, Дух Святой. Как мы любим Тебя, Иисус. Один псалом, который просто пришел во время молитвы. Аллилуйя! Славь Господа, душа моя! Пока живу, буду славить Господа. Всю жизнь свою буду петь славословие Богу моему. Не надейтесь на сильных мира сего, ни на одного из сыновей Адама. Не надейтесь на князей мира сего. Не может он спасти вас. С последним вздохом своим возвращается он в землю. И в тот же день исчезают все его замыслы. Но блажен тот, кому помогает Бог Иакова. И кто надеется на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, моря и все, что в них, и вечно хранящего верность. Он вступается за угнетенных, дарует пищу голодным. О, если здесь голодные духа, Господь освобождает пленных.
открывает, Господь, глаза слепым. Господь поднимает согбенных. Господь любит праведных. Оберегает скитальцев, Господь. Поддерживает сироту и вдову, а замыслы нечестивых расстраивает. Будет царствовать Господь вечно, Бог твой, из рода в род. Аллилуйя! Аллилуйя! Присутствием Бога, как самым ценным в твоей жизни, не дай никому, ничему, ничему вообще вывести тебя. Это блаженство даже быть сейчас, в этом моменте. Уже была заплачена огромная цена, пролита крови и пота. Это все не случается просто так. Это только может быть Бог, Его помазание. Я не знаю, как заканчивать такие моменты. Я не хочу их заканчивать. Пусть эта атмосфера, схватись за нее. Сегодня Бог, Он добр к нам. Он просто делился своими богатствами с детьми своими. Бодрствуйте во время молитв своих. Бодрствуйте. Watch, watch, watch the spirit, watch. When you pray, watch. Это ключ к движению ближе к Богу. Пусть эта атмосфера сопровождает вас. Пусть любовь Отца продолжает окутывать вас, когда вы будете спать. Если пробуждает кого-то ночью Дух Святой, не поленись встать. Не поленись, не пожалей. Аллилуйя. Амен, 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 амен. Amen, amen, amen. God is good. Jesus. Amen. Будьте благословенны все. Любовь вам, мир.
покой. Держите это все.